чувствуешь? Священная сила. Я никогда такого не видел. Это наше место. Оно откроется нам. Ты сам увидишь. Откуда ты знаешь? Это было в видениях? Не только это. Начинаю вспоминать. Святилище можно пробудить с помощью сферы. Эти сияющие ветви. Они откроют нам дверь в убежище богов. В Вальгаллу. Ты готов? Что там, на той стороне? Куда мы идем? Встань вон туда, в центр. И ты все увидишь. Сигурд! Дающим привет. Гость появился. Что это за место? Сказал, ты придешь. Здравствуй. Ты же мать Валки, верно? Свала. У тебя острый глаз, брат Волка. Наконец-то, Эйвор. Мы добрались. Поднимем же рог вместе с Фрейей и споем песнь победы. Сигурд, что произошло? У тебя снова две руки, и ты полон сил. Вечная слава, Эйвор. Мы будем пировать в чертоге павших. Наконец-то. О, великая радость. Это... Все это так прекрасно. Твои видения.
Ты был прав. Рок зовет в битву! Идем, Тюн! Пора в бой! Вместе с нами! Иди, Эйвор, потешь сердце. Ты заслужил место здесь. Я так силен! Сигурд, это невероятно! Хватит биться с мухами! Сразись со мной! Мы не бились прежде! И не сдерживай себя! Здесь нам нечего бояться! Пролей вечную кровь, Вальгаллы! Наконец-то! Против меня выйдет настоящий... Брат! Не бойся, Эйва! Здесь получают не шрамы, а мудрость битвы. На сегодня все! Что это было? Сигурд, твоя рука отросла. Она и не исчезала. Не на самом деле. Здесь все приходящее, Эйвор. Все, кроме отваги и чести воинов Вальгаллы. Неужели мы здесь бессмертны? Давай-ка проверим это. Новый день. Оттяпано начисто. Ты снова лишился руки. И снова обрету ее. Отец, это ты? Мой отец.
чтобы вести нас к победе. Скай! Скай! Возьми рог и осуши в честь битвы. Нравится ли тебе здесь мой скайт? Мой певец кровавой битвы. Это невероятное место. Осуши же рог, Эйвор. В чем дело? Мой отец, Варин. Ты видела его здесь? Нет. А должен ли он быть здесь? Нет, он погиб как трус. Но я его видел, клянусь Одином. Оставь все заботы. Ты ведь в Вальгалле. Мы заслужили покой и радость. Наш путь завершен. Ты был здесь, отец. Где же ты? Покажись. Веди нас к славе, Хави. Мы пойдем за тобой, Хави. Не проходил ли здесь Варин? Кто? Варин. Мой отец. Варин? Отец! Еще раз потеряю руку, забью ей кого-нибудь. Тебе это не надоело? Вовсе нет. Постой. Отец. Эйвор, к тебе гости. Надо было постучать. Глупости! Я кое-кого привел. Вот. Эйвор, это ты. Тебе удалось стать великим воином. Как же я горжусь тобой. Как ты здесь оказался? Ты ведь помнишь нашу битву? Помнишь, как мы сражались бок о бок? Твоя мать и ты, и Сигурд, и оба наших клана. Мы сражались, а ты нет. Ты погиб как трус. Эйвор, радуйся. Твой отец вернулся. Где же твоя любовь к жизни? Это был не мой отец. Это обман! Не обман, а мой подарок тебе. У меня есть сила. Я могу делать, что хочу. Тебе хотелось увидеть отца, я помог тебе. Это было так просто. По законам Одина, отца здесь быть не должно. А значит, и видеть мне его незачем. Твой отец погиб, надеясь спасти тебя. Он защищал тебя и свой клан. Нет, он... Мы дошли до конца пути, Эйвор. Это золотые поля Вальгаллы. Идем,
Битва зовет. Как все это возможно? Как сюда приносят павших? Это ведомо лишь валькириям. Нет, нет, не могу поверить. Здесь все не так. Не отчаивайся, Эйвор. Смотри, вокруг друзья. Все, чего можно пожелать перед тобою. Нет, это обман. Здесь все обман. Это место может стать чем пожелаешь, Эйвор. Я не хочу, только не так. Предпочтешь обречь себя на пустую смерть? Весь здешний восторг — обычный морок. Лучше каркать, как ворон, чем петь фальшиво. Морок или нет, но здесь нет смерти, боли, потерь, предательства, как есть там, в мире. А ты хочешь? Хочешь жить во лжи? Я старуха, и тело мое разбито. Мои дни были сочтены. Так что я попрощалась с Валкой и пришла сюда. Я понимаю, Свала, но это не для меня. Поищу Сигурда. Рука! Рука! Снова эта рука! Сигурд, это наваждение, обман. Давай уйдем и вернемся в Англию. Наши люди ждут. Нет, в том мире я никто. А здесь все иначе. Я наделен силой Бога. Здесь я могу жить вечно, и меня не ждет смерть. Смерть ждет всех. Скот, людей и тебя. Лишь доброе имя того, кто умер, остается жить вечно. Здесь ты его себе не заслужишь. А там еще не поздно. Каждый день бессмысленные битвы и пустые победы. Кровь со вкусом воды и запахом травы. Ты видел подлинные битвы и славу. Но здесь все ложь. И ты это знаешь. Брат, нам пора уходить. Мне суждено повсюду следовать за тобой. До конца моих дней? Ладно.
Пойдем. Нет, останьтесь. Я запрещаю вам уходить. Зачем уходить? Ты разве не жаждал славы? Побеседуем. Это честь говорить с тобой, Эйвор. Твое имя — песня, которую воины будут петь вечно. Даже на пороге смерти ты не желал сдаваться. Ты обогрел целые страны вином воронов. Одних королей и короновал других по своей воле. Ты твердо стоял на ногах и помогал брату, когда он оступался. Немало великих пало от твоей руки. Ты заслужил награду, Эйвор. Так бери. С дороги. Мои люди ждут. Я дал тебе все, чего ты хотел. Все, что тебе нужно. Не ты мне это дал. Я взял сам. Я расчищал тебе путь, направлял твой топор. Ты как муха жужжал над духом. Не смей отвергать меня. Все, во что ты верил, прямо перед тобой. Но ты сомневаешься даже в воле богов. Сражайся! Не запятнай свою честь! Твой чертог мертвых всего лишь сон! Всего лишь сон? Но сны — это тоже часть действительности. Они вдохновляют. Они внушают нам страх. Они толкают нас к самым вершинам славы. Что ж, мне пора... Эйвор, вставай.
здесь, со мной. Уходи! Возьми топор, сражайся как воин. Возьми свой топор!
Сигурд, где ты? Ты со мной? Сигурд! А, повешенный очнулся. И снова стоит на земле. Эйвар, осторожно! Басим, что это значит? Подойди, Эйвар. Дай мне на тебя посмотреть. Оставь его, Басим! Я слишком долго смотрел на солнце. Ослеп и не смог увидеть, что это ты. Это ты был мне нужен. Ты следил за нами? Прятался в кустах, точно трусливый лис? Это ты обездолил мою судьбу. Лишил меня надежд. Он безумен. Пусть замолчит. Ну же, Эйвор, спасай своего подбитого вороненка. Ты ранен? Не волнуйся. Иди, убей его. Ты будешь страдать тысячу раз сильнее, чем я. Но почему? Помнишь моего сына? Что за вздор, Басим? Тебе не будет прощения. Мы столько пережили вместе. Столько битв в Англии. Глубже, Эйвор. Загляни в глубины своей памяти. Почему все это? Поговорим. Сколько веков я ждал этого мгновения. Хватит болтать! Я жажду твоей крови. Покажи шею. Ну же! Ха-ха-ха-ха-ха! Моя награда досталась волку! Конечно! Восстань! Мой сын страдал. Ты говоришь вздор, так словно ты пьян. Если ты все решил, пусть будет так. Ты этого хотел? Ты умрешь в муках! Когда я закончу, ты будешь мешком с кровью и костями, и моя совесть будет чиста. Свой дом и свой народ. Нет! Сделаем бой интереснее. Пусть Сигурд присоединится. Трус! Вернись! Сразись со мной! Осторожнее, Сигурд!
Сигурд! Берегись! Он приближается! Клятва, преступник! Умри! Мне это не по душе, справедливый. Ты добр, но плохо выбираешь союзников. Я твоя награда, Басим. Давай! Это точно. Когда ж ты умрешь? Не здесь и не сейчас. Я оставлю тебя здесь умирать, как плотно в нее. Погаси пламя! Сигурд! Он еще жив? Жив, да. Но он во тьме. Что ж... Давно ли Басим замышлял свое предательство? Боюсь гадать. Вот. Неужели меня всю жизнь будут преследовать кровожадные предатели? Этому нет конца. Ты хочешь мне что-то сказать? Так скажи. Я... Мне нужно отдохнуть. Давай посидим чуть. Его ярость и гнев. Они мне знакомы, но... Не помню, откуда. Он был не в себе, Сигурд. Во всем этом нет смысла. Забудь о нем. Я не безумен, Эйвор. То, что я ощущаю, это настоящее. Я знаю, брат. Теперь уж точно. Это всегда было так. Нам пора возвращаться домой. Путь будет долгим, а я ранен. Домой. Эйвор, по пути сюда я много размышлял. Обо всех радостях и горестях нашей дружбы. Я изменился. И больше не могу быть ярлом нашего клана. Настал твой черед. Ты серьезно? Рандви говорила мне, как ты отважен и мудр. На тебя всегда можно положиться. Она тебя ценит. А я ее. Но ведь есть и другие причины. Когда Даг бросил тебе вызов, ты позволил ему умереть с честью, несмотря на предательство. Он верил в то, что делал. Я это уважаю. Помню тот день в Оксенфордшире, когда мы искали камень Саг. Ты был со мной не согласен, но не ослушался. Ты сомневался в моих целях, но не пошел против меня. Когда я вынес приговор Хольгеру, ты не стал спорить, хотя был не согласен. Это было заметно. Я восхищаюсь тем, как ты вел нас из Норвегии в Англию. Держал мой гнев в узде и не давал отвлечься на пустяки. Трудное было время. Пока я блуждал в тумане смятения, ты проявил большую мудрость и силу. Куда ты, Эйвор? Туда и я. И ты поведешь наш клан. Спасибо, брат. Я не подведу тебя.
Тебя что-то тревожит. Однажды, еще до Англии, мне было видение о том, что я совершу предательство, что предам тебя. Я не поверил в это. Я бы не сделал ничего подобного. Но за эти годы я отнял у тебя мечты об Англии, о Вальгале. Если я провинился перед тобой, брат, я все исправлю. Мы не в силах изменить судьбу, Эйвор. Все решено за нас с самого рождения. Сетовать на судьбу — это как сражаться с океаном. Бессмысленно. Мы два потрепанных ворона вместе сложили свою сагу. Сказание на века. Бекка, я выхожу. Аккуратно. Смотрели видеопоток? Что это было? Похоже на решение нашей проблемы. Думаешь о том же, о чем и я? Дезмонд. Дезмонд? Не поняла. До нашей встречи он был барменом. Даже не слишком хорошим. А потом осознал свое предназначение. Он был чем-то вроде, не знаю, вроде сингулярности, точки схождения. Словно вся история человечества сошлась на нем. В 2012 году мощная вспышка на Солнце едва не уничтожила жизнь на Земле. Помню. Я тогда работала в Абстерго. Дезмонд с этим справился. Нашел способ нас спасти. Абстерго заявила, что это сделали они, с помощью каких-то спутников. Чепуха. Это Дезмонд. Щелкнул выключателем и спас мир. Но оставил включенным. Магнитное поле продолжает усиливаться с каждым днем. Храм, найденный Эйвор. Источник находится там. Именно. И вот уже 8 лет он становится все сильнее. Теперь он опасен. Температура, излучение. Неважно. Нужно все исправить. Отключить его. Нет-нет, замедлить. Ведь он нас защищает. Теперь я начинаю понимать. Все, что я сделала, все, чему научилась, все ради этого момента. Тебе понадобится жезл для защиты. Или ты не пройдешь через первые врата? Да, конечно. Ладно. Я готова. Ладно. Приготовлю фургон. Свяжусь с кораблем. Он должен быть в Бостонской бухте завтра к вечеру. Спасибо, Бекка.
Готово. До Бостона путь не близкий. Запрыгивай. Шон, я здесь. Ты внутри? А, хорошо. Сигнал уже немного нестабилен. Еще нет, но надо мной сотня футов льда. Ладно. Как пройдешь дальше, связь может пропасть, так что не забудь, о чем мы говорили. Следи за датчиками, особенно за излучением. И помни про жезл. Ясно. До связи. Zawahoe nakwad, unzme borturwan di kwarde, ul solos vras hunakudide, unzum huraz vezdere haz, zohumsi. Я внутри. Я помню. Лифт еще работает. А, 75 тысяч лет. Век другой, погоды не сделают. Температура растет. Да, по нашим прикидкам она должна подняться на 16 градусов. Откуда столько энергии? Наша догадка – тектоника. Движение земной коры и бурлящие лавы под ней. Мощный источник энергии. Вот бы людям такое. Я про энергию, не про частицы Эдема. Ну, когда все это закончится, можем замутить Тартар. Прикинь, маленький Остин, Булонки, только мы втроем. Черт, я тебя не слышу, Шон. Что? Повтори еще раз. Тебя плохо слышно? Неважно. Поднимусь, позвоню. Посмотри, позвони, когда выберешь. Ты куда-нибудь наверх. Ну ладно. Вот и ты. Трудишься сверхурочно? Упала, когда растаял лед? Так. Вот и ты. Трудишься сверхурочно? Упала, когда растаял лед?
Так. Вода. Растаявший лед. Смотри вниз. Не смотри вниз. Э?